День синий мне, как прежде, улыбается, и приятно на душе опять светло. Солнце радостно лучами забавляется, наконец Дзержинск вернулось, а тепло. Ну и что, пускай так сыро тает все вокруг, полюбуюсь на бегущие ручьи. А в одно лишь дать их памяти нахлынет вдруг, память прошлое весенних дней судьбы. Пробуждается природа от зимы, и уже не беспокоит нас морозы, так приятен на душе приход весны. В старом парке оживают вновь березы. Пробуждается природа от зимы, и уже не беспокоят нас морозы, так приятен на душе приход весны. В старом парке оживают вновь березы. День в преддверии 8 марта плавится, кто зачем, куда спешит, везде народ. А весна для женщин, видно, так старается, долгожданный праздник женщинам идет. Всех я женщин поздравляю с наступающим, женщин, девушек, всех с праздником весны. Всем здоровья, всем успехов, красок радужных, море счастья и, конечно, всем любви. Мирному вашему желаю от души, неземной вам красоты, добра поток. Пусть все будут за приятные мечты, да поможет вам и пусть хранит вас Бог. Мирному вашему желаю от души, неземной вам красоты, добра поток. Пусть все будут за приятные мечты, да поможет вам и пусть хранит вас Бог. Мир дому вашему желаю от души, и неземной вам красоты добра поток. Пусть все сбудутся приятные мечты, да поможет вам нам и пусть хранит вас Бог. Праздником всех вас, женщины! Здоровья, счастья, удачи, успеха! Всех мирного неба над головой! Всех вас с праздником поздравляю! Я, Алексей, доктор Леш, и мои друзья присоединяются. Да-да-да!